Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Кровавый Гарри. Ну что, пойдемте веселиться. Так, 25 уровень у нас. Естественно, мы все здесь уничтожаем. Но где эти хламоны, я не вижу. О, свинюшка, нормуль. Так, ага, огурцы подобрали. Ладно, всех в расход. Так, тихо, тихо, картофан. Блин, тут еще чеснок летающий. Нафиг мне... пофиг. О, это что такое у нас? Что это за такой бонус мы взяли? А, все, ребята, я врубился, смотрите. Мы с вами отталкиваем врага при стрельбе. Ну, довольно неплохо. Но только почему-то врагов нету, блин. Как-то... О, тихо, 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 огурчики, успокойтесь. Баклажан, готов. Так, чеснока завалили. Что ты там хотел прыгануть на меня? Но, как видите, я-то более-менее внимательный, поэтому... Нифига у него не получилось. Иди отсюда. Гнилой томат, блин, а. Оу, аптечка, шикандос. Давайте, нам нужны деньги, ребята. Будем собирать бабло. Я себе хочу, о, еще такой бонус. А ну-ка. Ты извини меня, баклажан, но ты попал. Развалился, блин, на куски. Вот, кстати, взрывные бочки очень хорошо, ребят. Так, подожди, сейчас опять этот урод выбежит. Блин, я так понимаю, это какая-то морковь. Но единственное, не могу врубиться, как ее подбить. И возможно ли это вообще? О, так, баклажана зацепили. Ё-моё, смотри, как нам фартит. Поехали давить Гвадалуп этих. Так, давайте-ка все будем взрывать. Ребят, мне бы, конечно, аптечка быть помешала бы, если честно. Потому что хпшечка-то маловато. А проходить еще не знаю, сколько нужно. Оу. Слушайте, блин, смотри. Нет, раздавил, ребята, я морковь. Значит, можно ее подбить. Единственная проблема, наверное, в том, что она очень быстро бежит, и я не успею просто ее расстрелять. Хотя, может быть, со временем будет у нас какое-нибудь суперское оружие, где она будет просто пищать, блин, от страха. Ну, а пока я не буду на нее нарываться. Воу, сколько вас здесь? Так, тихо, 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 морковочка, уйди от меня. Хе-хе-хе. Такая, как, я не знаю, не лошадь, а псина. Хрен его знает, короче. Монстр бегущий. Так, ну чё, когда, ребят, конец миссии-то будет, а? По какому принципу играем-то? Завалить монстров? Или нам... Тихо! Тихо, 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 тихонько. Чуть в этой... О, аптечка, фух, вот этого я ждал долго. Блин, да где ж конец миссии-то, а? Где корона, почему не появляется? Три томата выпало сзади, так, чеснок, вали отсюда. Так, он стреляется. О, во-во-во-во. Ну-ка, всех в расход, ребята. Вот так этим огурцам здесь не жить. Чё ты прыгаешь? Помидор, иди отсюда. Нифига, ребята, у меня полностью хпшки восстановлены. Вообще шикарно. Теперь я ничего не боюсь. Единственная проблема, что у нас нехватка боеприпасов. Приходится, как говорится, с Gold Eagle стрелять, как мне подсказали. Как правильно называется это оружие? Да-да-да-да-да-да. Огурец, даже не думай. Баклажан, черт, зацепил меня все-таки. Ребят, ну я, по-моему, уже долго прохожу и что-то... Вот она, наконец-то, долгожданная корона. Ёлки-палки, я уже думал, блин, когда же она выпадет. Эх, чуть-чуть нам не хватило, ребята, получить уровень. Ладушки, всякое бывает. Так, у нас сколько денег? Почти 4000. Я, наверное, пока не буду ничего покупать. Хотя есть соблазн взять арбалет. Но будем копить себе на что-нибудь новенькое, хорошенькое. Я бы, наверное, ребята, сделал бы апгрейд себе дробовика. Точнее, даже не апгрейд, а купил бы там новую пуху. Так-так-так, подождите, ребят, зажимают, зажимают. Фредди, вали отсюда, ты меня достал, а? Вот так вот. О! Давай, давай, подходи. Вот когда они с одной стороны прут, это замечательно. О, папа Фредди вышел. Хе-хе, долго он тут не побуянил. Томат надо валить. Потому что достанет, будет идти сзади. Так, Фреддики и огурчики. Не понял я, как это огурец умудрился не попасть под мой заряд. Слушайте, вот эти вот самые легкие, я считаю, картошки. Легкие, простенькие, и денежек дают неплохо. Так, кислота гребаная. Да отвалите. О, кончился, кончился, ребятушки, у меня дробаш. О, аптечка. Фух, живем, еще пока живем.
Так, патроны для дробаша. Но с хпшками у нас проблема, к сожалению. Да и с патронами для дробовика тоже. 6 всего осталось. Так, огурец, иди отсюда. О, ребят, смотрите-ка, уже алмазики стали нам выпадать. Я надеюсь, они прилично стоят, и мы с вами накопим нам нужную сумму. Так, тихо, тихо, тихо. Ёлки-палки, слишком много. Оу. Так, ребят, до бочек нужно добраться. Будем расстреливать их. Ну-ка, шикарно. Ух ты, аптечка. Бонус на усиление. Ну вот, и еще одна аптечка. Теперь заживем, ребята. Так, для автомата патроны. О, и корона. Ха. Довольно удачно мы прошли с вами эту миссию. Мне понравилось. Так, уровень. И что нам дадут? А ну-ка, давай посмотрим. Ага, у нас, значит, на дамаг и на тимплеер. Слушайте, я не знаю, давайте попробуем взять с вами тимплеер. 25% дамага всем. Кому всем, непонятно, правда. Или же 9% оружия. Не, давайте все-таки тимплеер возьмем. Мультиплеера же здесь нету? Нету. Значит, это все для меня. Так, блин, чуть-чуть не хватает. Ребята, у меня 6100, а нужно 7000. Буквально еще пару боев, и я надеюсь, мы накопим с вами на новый вид дробовика. Так что давайте вперед, не будем расстраиваться. Так, морковь бежит. Не тут-то было. Так, о, охламоны появились картофельные. Плюс там еще огурец прыгает. Ну что же, с этой шелупенью мы справились. Баклажан явился, не запылился. Ага, рассыпался. Сзади еще один крадется. Так, тут томат подбитый. Аптечка. Но она, в принципе, нам сейчас не нужна. Лучше бы она немножечко попозже выпала, да? Согласитесь. Так, бачок, хорош грустить. Помидор, огурцы. Огурцы опять. Ящик, что тут у меня? Золото. Так, чеснок. Давайте. Я вот, ребят, действительно, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Здесь нужно дойти до конца экрана или все-таки нужно подбить определенное количество монстров, чтобы пройти этот уровень. Нифига не могу понять. Помню, как-то я ломанулся вперед, слишком долго я бежал, очень долго, и в результате так и не добежал, меня подбили монстры. Такое ощущение, что здесь нужно пройти и расстояние, и определенное количество убить зомбарей. Так, помидор готов. О, ребята, вот эта статуэтка хороша. Сейчас должна прийти ко мне помощь. Да где же она? Я... Вот, вот он. Ребята, это огурец-помощник. Ну, такого же, которого я могу брать в броне, только обычный. Ну-ка, с кувалдочкой-то мы с этой сейчас, ребята, здесь всех замочим. Это я вам точно говорю. Опа, да какого лешего? Ну хорошо, аптечка выпала. Как раз было подстать. Так, Фредик мелкий, ты достал. Из-под тишка-то лезть. Ну давай, огурец, не подкачай меня. Вот смотрите, ребята, сколько я уже иду, да, сколько зомбарей перевалил. И нифигашечки. Очень интересно. Был бы какой-нибудь счетчик, что ли, блин, я не знаю. Чтобы было бы все мне понятно. О, ребят, у нас, кстати, 7000 уже накоплено. Это говорит о том, что если мы пройдем этот уровень, мы сможем себе купить дробовик новенький, улучшенный. А я его очень сильно хочу, потому что я вижу, что монстры с каждым разом все сильнее и сильнее, и мои пушки уже здесь не дотягивают. Надо как-то исправлять эту ситуацию. Так, скейтборд. Надо будет его подобрать. Да что ж такое-то? Так, замедление. Черт, я запутался, я своего огурца принимаю за вражеского. Оу, да ладно тебе, блин, ну как же так, а? Вот тебе и скейтборд. Поднасрал он мне одним словом. Так, ну сколько у нас денег? Давайте сейчас мы с вами по-быстренькому посмотрим. Вдруг у нас хватит. 6653. Не хватает, ребята, еще буквально 400 золотых монет. Наверное, за этот уровень мы с вами набьем. Попробуем, по крайней мере. Ну что, Гарри, возьми свои стальные яйца в кулак и погнали. Иди сюда. Так, ребята, замедление, оно мне пригодится. Хотя, по мне, так лучше бы отталкивающие патроны. Они, наверное, были бы эффективнее здесь. Ну да ладно, что есть, то есть. Блин, что, у меня автомат кончился, да? Точно, ребята, ну вот патрончики опять мы взяли. И опять мы с вами в строю. Ну иди сюда, огурец. Так, скейтборд. Блин, лишний раз уже даже его и брать не хочется. Как в прошлый раз он мне подосрал, так что мне отбило желание. Хотя, с другой стороны, мы все-таки намного быстрее с вами двигаемся и можем увернуться от любого монстра.
любого зомбика. Так, баклажан тут идет довольный. О, аптечка. Вот это хорошо. Блин, как бы тебя убить-то, а, гаденыш? Не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, окружают меня фредики. Гарри, врубаем пятую передачу и сматываемся от них. Так, огурец опять ползет. Типа я его не вижу. Так, и чеснок у нас тут раздухарился. Ну, а может быть, это вовсе не чеснок, но, по крайней мере, он выглядит очень-очень странно. Так, опять скейтборд. Так, тихонько. Так, тут у нас и помидоры, и огурцы очень-очень паршиво, ребята. Все это дело. Что мне нужно? Мне нужно какое-нибудь усиление себе поймать. Но я пока ничего абсолютно не вижу. Зато очень хорошо и быстро еду. На баклажанище, голова с плеч, руки долой. Ага. Слушайте, ну враги тут не такие уж сильные, по крайней мере в данный момент. Что ты тут плюешься мне? Помидор, Фредик, огурцы. Блин, вот еще раз ловлю себя на той мысли, что надо, как только увидел врага, сразу же его валить. Не убегать от него, потому что потом это может мне очень сильно аукнуться. Так, деньги. Ёлки-палки, вот о чем я вам говорил. Смотрите, все, зажимают тут огурцы и Фредики. Сейчас достаточно спереди нам выйти какому-нибудь баклажану или еще что-нибудь в этом роде. И меня просто здесь завалят, потому что очень мало здоровья. Аптечки не дают, чеснок плюется, помидор бежит, который оглушил меня, блин, как... Кстати, я его просто-то пока нормули. Блин, помидор еще этот увязался, нужно сматываться. Где скейтборд? Он мне сейчас как раз бы пригодился бы. Ну дайте мне аптечку-то в конце концов, хоть что-нибудь, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, все, еще удар, ребята, и мне финиш будет. Я чуть-чуть не дожил до аптечки. Совсем немножко. Ай-яй-яй, 410 золотых я получаю. А этого не хватит? Да, ребята. Ну что, пора заценить эту пушечку. Я думаю, зомбарям она понравится. Так, поехали. Так, надеюсь, у меня с этой пушкой прогресс скакнет далеко вперед. Оу, да еще и бонус. Ну-ка. Ядрить тебя на корень. А, ну да, ребят, я же под усилением. Но все равно шмаляет-то она не по-детски. Ёлки-палки, патроны. Ну давай, иди сюда. Вау. Слушайте, мне очень нравится эта пушка. Вообще просто я в восторге от нее. Надо будет, наверное, ее еще проапать разочек. Сколько там? 6000, по-моему, стоит у нас улучшение. В принципе, накопить несложно. Ну иди сюда. Ты смотри-ка, не сдох баклажанище от взрыва бочки. Ах ты, гницкая морковка. Достала уже в корень. Так, томатам здесь не место. Куда бежишь-то, а, хламон? Одни только ноги отлетели. Не, ребят, я вам скажу сразу. Эта пушка в разы мощнее, чем у нас было до этого. Я очень доволен. Наносит она достаточно приличный урон. По крайней мере... Баклажан просто с двух ударов. А эти все с одного выстрела падают. Вообще, я в восторге. Так, ну что, я думаю, что мы этот уровень с вами пройдем. Без потерь, как говорится. Не сдохнем. Ёлки-палки, только глазенки в разные стороны разлетаются. Так, ну-ка. Чеснок, ты меня раздражаешь своей физиономией дурацкой. О, алмазики дают. Ну-ка, давайте-ка его завалим. Вау, для дробовика. Что это у меня? Ну, скажем так, автоматический дробовик. Будем ее так называть, мою пушку эту. Ну, так сколько мы? Почти 1000, ребята, с вами заработали. Но этого мало, конечно же, мало. Подловил. О, давненько у вас не было, зеленые уродцы. Они почему-то очень редко у нас появляются. Так... Слушайте, ну, с дробовиком у нас нормуль, все, патронов хватает, так что я даже ни о чем не переживаю. Плюс у нас идет скейтборд. На-ка, выкуси, гаденыш. Будем валить всех и вся. Вот мне бы, конечно... А, аптечка, только про нее подумал, ребята, и она выпала мне. Вообще шикарно. Игра благосклонна сегодня ко мне, да, ребят? Я так понимаю. Опа, и короночка. Слушайте, ну с этой пушкой, думаю, мы с вами далеко пройдем. А если мы еще ее и проапаем, вообще будет великолепно. Так, сколько мы заработали с вами? Наверное, 1500 голды. А, нет, 1168, маловато. Ладно, ребятушки, давайте сразу же, как говорится, на горяченькую пойдем дальше.
Дайте мне мою винтовку, вот она. Мне сейчас даже... Слушайте, а если я пропою калаш, может быть, там тоже будет довольно неплохая штука. Мы же, как говорится, еще не знаем. Но на данный момент у нас только новое оружие есть, и оно меня вполне устраивает. А уже в дальнейшем мы и накопим. Так, готов. На все, что нам нужно. Так, интересно знать, сколько здесь еще, ребятушки, уровней. Если кто знает, напишите мне в комментариях, чтобы я уже готовился к самому худшему. Так, опа, вот этот помидор мне нужен, ребята, по идее. Он фиолетовый, да куда ж вы? Ай-яй-яй-яй, да вы посмотрите, как он меня подосрал, этот томат. Он меня оглушил, и видите, эти хламоны меня очень сильно покоцали. Я так рассчитывал вот этот вот томат завалить. Ай! Блин, честно говоря, я думал, что он промажет. Но не тут-то было. Прямо в спину мне засандалил своим плевком. Черт, придется переигрывать, никуда не денешься. Блин. Ребят, здесь была виновата не пушка, здесь был виноват я сам. Потому что тупанул, грубо говоря. Помидор этот вонючий меня оглушил, и с двух сторон меня начали кромсать. А естественно, я ничего во время этого не могу сделать, даже отстреливаться. Ну что ж, есть повод отомстить. Почему бы нет? Вот так вот. И у нас тут, смотрите, стали давать эти бриллиантики. Причем довольно часто и в приличных количествах. Мы уже с вами накопили 1800. Естественно, если мы погибаем, то у нас, ребята, отнимает ровно 50% заработанных денег. Так, вау, круто, у меня отталкивающие пули. Ну, они здесь даже мне не нужны, потому что они просто не выживают в череде моих снарядов. Ага, что ты вылез, думаешь, тебя не достанет? Достанет. Потому что у нас обалденный разброс идет. Если у автомата идет по прямой, там стреляет, ну, иногда закашивают пули, то здесь, опа, повезло нам, что этот, что эта морковь нас не зацепила. О, аптечка. Алмазики. Так, опять зеленый. Блин, на кого же он похож? Как бы его обозвать, этого зеленого, а? Тихо, тихо, тихо. Не надо зажимать меня, блин. Бочки, ну взрывитесь. Хе-хе. Так, картошка готова. Фредди готов. Что у нас? О, еще свинюшка. Это, ребята, бонус к деньгам, когда мы подбираем свинку. Замечательно. Слушайте, наверное, мы сейчас с вами этот уровень пройдем. Потому что я смотрю, не особо они здесь лезут, эти зомбари. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, Ю, вот именно что Ю висела на одном месте, блин. Так, аптечка. Живем. Помидор, хорош плеваться. Оу, тихо, тихо, вот, вот, опять это же самое. Ребята, корона, корона. Надо, оу, все, отбился, ё-моё. Я думал, сейчас, блин, опять упаду на коленочки. И эти гады меня с двух сторон зажмут, блин. Что у нас? Не получаем мы никакого нового уровня? Нет, к сожалению, не хватает нам ничегошеньки. Так, ну что, по идее должен быть уже скоро босс. Может быть через уровень, а может быть на этот уровень. Пока не знаем, давайте, поехали. Денег недостаточно, прапать пока не могу ничего, к сожалению, ребята. И у нас уже 29 уровень, как-никак. Хе-хе. Так что довольно хорошо идем. Но... Так, что-то я не понял, ребят. Я, по идее, должен их валить с первого раза. Что-то пушечка моя уже подослабла, что ли? Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Так, морковь там прыгает. А ну нафиг нам не нужна. Так, вот, скейтборд. Это хорошо, ребята. Так, Фреддику минус. И баклажану тоже минус. Все, ребята, меня, кажется, немножко осенило. А знаете в чем? У нас же сейчас идет 29 уровень, да? И насколько я помню, боссы появляются через каждые 5 уровней. То есть на 30-й, на 35-й, на 40-й, 45-й. Вот в такой последовательности, по идее, у нас должны будут выпадать боссы. Но единственный нюанс, ребята, они повторяются. Конечно, у них там что-то новенькое добавляется. Они становятся более-менее сильными. Вот, но... Мы тоже с вами не просто так тут бегаем, тоже развиваемся, тоже становимся сильными, поэтому я думаю, мы дадим достойный отпор. Единственное, хотелось бы знать, что у нас там будет за боссик такой. Так, что здесь? Ага, пули для дробовика, замечательно, у нас 15 патронов. Я надеюсь, что нам осталось здесь недолго идти до конца. О, свинюшка.
Ну что ты привязался ко мне, а? Томат. Ой, томат. Какой томат? Конечно, картошка. Ёлка-палка, ребят. Все уже. Так, еще патроны для дробаша. Во, аптечка. Ёлки-палки. Я буквально полностью восстановился. Давай, давай, иди сюда, помидор. Ты сейчас тоже получишь у меня. Так, денег мы неплохо с вами заработали. Так, готов. И у нас там еще скейтборд, ребята. Вау-вау-вау, потише. Воу, корона, ребята, берем. Есть. Успели. Я уж думал, сейчас завалят, но нет. Вовремя, короче, выпала она. Так, и я понимаю, что у нас будет, скорее всего, босс. Да, смотрите. 4000 мы, кстати, накопили. Так, босс. Не знаю. Ну, давайте вначале мы посмотрим, что это за боссяра у нас будет. Может быть, мы его без... А, понятно. Суповой набор. Брокколи, да, это у нас? Или кто? Не знаю. Давайте попробуем, короче, вначале его сами одолеть. Если не получится, то, конечно, придется покупать помощь. Ага. Этот гаденыш хочет прыгнуть на меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Свою... Нет. Хотя, да, ребята, он своего все-таки звезданул. Ну, это нормально. Для них это норма жизни, получать от друг друга люлей. Так, ну что, жизни у меня почему-то все равно маловато, как ни крути, ребят. Не знаю, хотя я при этом взял аптечку. Где этот гад? Вот он сейчас. Оу, как ты меня задел. Нифига тебе размах. Сейчас, ребята, если он попадет разок, то будет полный звездец. Аптечка. Дожил бы, дожил. Что ты там машь? О, отбивнуха. Кстати, это довольно хорошо. Мы можем сейчас босса потрепать довольно некисло. А ну-ка, давайте попробуем. На, получи. Не понял я. Слушайте, ребят, нифига не получается. Причем я стою намного выше его, и он меня задевает своей пушкой. Да, невыгодно такое оружие иметь в руках ближнего боя, сражаясь именно вот с этим вот охламоном. Яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ах ты, зараза ты чертова. Все-таки меня... прошил своим этим орудием. Хорошо, ребята, он напросился сам. У нас только один выбор с вами. Это брать помощь. Так, подожди, да нет, я же не покупать хотел короны. А этот, как он называется-то, елки-палки. Я уже все, запутался. Брать поддержку, конечно же. Так, давайте, наверное, возьмем с вами Йети. Хотя, если честно, он мне не нравится. Берем только по той причине, что он более-менее живучий. Огурец у нас тоже защищает, но он слабенький и падает быстро. Понеслась. Так, ох ты, бонус, ребята, идет. Так, давай теперь поиграем с тобой, малыш. Суповой набор. Йо, вы посмотрите, как хпшки у него улетают. Так, он подлетел. Гад, вот то, что он подлетел, это плохо для меня, ребята, в том плане, что... Тихо! Нифига он прикоснулся, называется, ко мне. Плохо для того, что, ребят, я потратил буквально на беготню весь свой бонус на урон. Хотя, я думаю, ребят, мы его сейчас так завалим. Фу, он там что-то опять прыгает где-то. Надеюсь, не на меня? Нет, смотрите, он прыгает на Йети. Ну? Есть! Ох, сколько алмазиков дали. Ну что же, дорогие друзья, вот мы и прошли босса этого. А на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих выпусках и продолжим проходить игру Кровавой Горе и кромсать этих, как говорится, овощных зомбарей. Ну а на этом все. Всем пока. До скорого, ребята.